Нюша, пора за стол. Ой, а что я вижу? У тебя столько грязи под ногтями. Скоро здесь можно будет картошку выращивать. Пошли быстрее мыть руки. Не хочу мыть руки, не буду. Я люблю грязь. Посмотри, какая пена. Посмотри, какое мыло душистое я для тебя приготовила. Здесь написано, что оно пахнет сливой. И правда сливой. А еще вот такая специальная щеточка для чистки ногтей. Нет, не буду. А смотри, что у меня еще есть. Что это? Это детские лаки. Посмотри, как тут много цветов. Хочу, хочу, хочу. Тогда сначала помоем ручки, а потом уж и ноготки лаком накрасим. Возьмем душистое мыло, намочим его и хорошенечко намылим твои ручки. Вот так помоем ручки. А теперь специальной щеточкой вычистим всю грязь, которая скопилась у тебя под ногтями. Щекотно! Ну, потерпи немножко. Сполоснем ручки чистой теплой водичкой и вытрем сухим полотенчиком. Теперь все, лаком крась! Хорошо, я покрашу разными цветами, чтобы было веселее. Желтый. Зеленый. Розовый. Фиолетовый. И еще раз желтый. Темно-розовый. Светло-розовый. Зеленый. Сиреневый. И персиковый. Какие у меня ручки красивые стали! А как смывать этот лак? Очень просто, так как этот лак детский, он на водной основе и смывается обычно водой. Попробуем, Нюша. Только не сейчас. Я хочу еще побыть красивой. Теперь я всегда буду мыть ручки, чистить ногти от грязи и красить их детским лаком. А вам какой цвет больше понравился? Напишите мне в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока! А теперь приветы на нашем канале. Приветик тебе, Мира Макеева, Алина Марченко, Анастасия Зайкина, ЛПС Конфетка, Мария Христенко и Полина Онлайн. Огромный привет ЛОЛ ЛПС Екатерине. Алина Зубаирова получает от нас пушистый привет. Приветик тебе, Валерия Помечева и Кристина Атаманова. Ребята, хотите привет? Пишите в комментариях под этим видео. Мы выберем 10 желающих и передадим ваши приветы в следующем нашем видео. Пока-пока!